РБК ТЭК 360 представляет инвестиции в подготовку кадров. Группа ЧТПЗ совместно с правительством Свердловской области построили образовательный центр «Будущее белой металлургии». Инвестиции в проект составили 800 миллионов рублей, из них 600 миллионов вложила группа ЧТПЗ. Дуальная система обучения, теория и практика. Затраты на обучение одного студента за 3 года – 1 миллион рублей. 80% лучших выпускников работает на заводах группы ЧТПЗ. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.